Здравствуйте. В эфире национального телевидения «Чувашия». Информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Почти три десятка вопросов. Повестка заседания Кабинета министров в этот раз была объемной. Большинство вопросов касались изменений действующего законодательства и предыдущих постановлений правительства Чувашии. Кроме того, значительную часть повестки занял квартирный вопрос. Возможность распределения средств фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджет республики на переселение граждан из аварийного жилья. А также увеличение цены на квадратный метр эконом-класса в целях реализации на территории Чувашии программы «Жилье для российской семьи». В целях обеспечения принятых республикой обязательств до 1 июля 2017 года ввести жилье эконом-класса в объеме не менее 210 тысяч квадратных метров, проектом постановления предлагается принять решение об увеличении стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья до минимальной величины 35 тысяч рублей или 80% оценки рыночной стоимости 1 квадратного метра. Данное предложение вызвало много вопросов и споров. Его утверждение отложено. Подробнее об этой и других темах заседания Кабинета министров в вечернем выпуске программы «Республика». Пожалуй, главная политическая тема последних дней – выступление главы Чувашии с отчетом о деятельности правительства за 2014 год перед депутатами Государственного совета. Михаил Игнатьев подчеркнул, что на экономику Чувашии повлияли и финансовый кризис, и санкции. Но, несмотря на это, в приоритете оставалось повышение качества жизни. На образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру в 2014 году направлено 32,7 миллиарда рублей, что составляет 68,5% всех расходов бюджета. Михаил Игнатьев отметил, что правительство Чувашии особое внимание уделяло выполнению майских указов президента России. На обеспечение роста заработной платы направлено 3 миллиарда. Хочу подчеркнуть, Кабинет министров Чувашской республики выполнил все свои обязательства перед работниками бюджетной сферы и все утвержденные показатели по заработной плате. В результате принятых мер средняя заработная плата педагогов школ в республике к 2013 году выросла на 5,6% и составила 21 274 рубля, или 102% от средней заработной платы по республике. Заработная плата врачей выросла на 6,5% и составила 30 281 рубль. Рынок труда остается пока спокойным. Правительство приняло ряд дополнительных мер. По уровню регистрируемых безработных Чувашия занимает третье место среди субъектов ПФО. Что касается промышленности, то несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, в 2014 году индекс промпроизводства составил 104,5%. Неплохие результаты показали ряд предприятий Чувашии. На развитие производства выделено более миллиарда рублей. В республике сформирован план мероприятий по содействию импортозамещению на ближайшие 3 года. Планируется реализовать более 52 инвестиционных проектов. В ближайшее время будет открыто дополнительно более 3000 рабочих мест. По словам главы Чувашии, прошедший год был экономически благоприятным для сельхозтоваропроизводителей. Почти 80% сельскохозяйственных организаций закончили год с положительным балансом. Объем чистой прибыли составил 1 миллиард 600 миллионов рублей, что в 2 раза больше, чем было в 2013 году. В прошлом году индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 102,8%. Общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса за счет средств федерального и республиканского бюджетов практически не изменился и составил 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Реконструируются и строятся объекты животноводства, овощехранилища, развиваются личные подворья. Правительство налаживает прямые поставки местной продукции в федеральные торговые сети. Впервые за долгие годы выросли темпы жилищного строительства, выделяются средства на обеспечение комфортным жильем ветеранов, детей-сирот, многодетных семей. Реализуется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Текущий год будет непростым, отметил Михаил Игнатьев, но взятые на 2015 год социальные обязательства правительство намерено выполнить. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Сергей Рябчиков, Республика. В репортаж невозможно вместить все тезисы выступления на сессии главы Чувашии. Михаил Игнатьев также отметил, что в республике снизилась младенческая смертность, материальная поддержка многодетных семей дает свой эффект. Растет количество занимающихся спортом. Вот как прокомментировали отчет о деятельности Кабинета министров депутаты, руководители предприятий и предприниматели. Сегодня своими впечатлениями поделится председатель Госсовета Чувашии Юрий Попов и известный спортсмен Алексей Соловьев. Конечно, отчет главы о деятельности Кабинета министров
прозвучало практически все, потому что он все сферы деятельности, отрасли затрагивал, начиная от сельского хозяйства, там завершая производство, медицина, здравоохранение, все. Поэтому очень четко рассказывал, что делается и какие у нас проблемы. Конечно, радует то, что у нас есть такие программы, вот почти 100% обеспечивали детей детскими садами. В деревнях строятся фельдшерско-акушерские пункты. Программа дворовая, это ремонт дворовых площадок, программа работает. Много иностранных инвестиций, заводы открывают. Много животноводческих комплексов открыто за последние годы. И радуют, конечно, те успехи в сельском хозяйстве. Те показатели, которые были озвучены главой Чувашской республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым, они, конечно, по сравнению с тем общим падением на фоне, действительно, которое намечается экономики, я думаю, что в спорте будет все замечательно. Деньги, которые выделены на 2015 год, они придут в полном объеме, и не было никакого урезания этого бюджета. Это говорит в первую очередь о том, что, конечно же, запустится 7-тысячник «Ледовый дворец», который мы все ждем открытия, и развитие физической культуры и спорта в Чувашской республике не будет остановлено. Все будет в той же динамике, которую озвучивал Михаил Васильевич. Ну и, конечно же, надеюсь на то, что экономика в целом не будет падать. Уровень и работа Кабинета министров по прошлому году вызывает огромные, как бы, только позитивные эмоции. Я думаю, что если также у нас будет работать Кабинет министров и в будущем году, у нас развитие республики будет только, мы будем все время занимать первые места в различных показателях, не только в спорте. Полную версию отчета главы Чувашии смотрите сегодня в нашем эфире в 16 часов. Глава Чувашии встретился с народным артистом Советского Союза Иосифом Кобзоном. Общественный деятель, депутат, известный певец приехал в Чебоксары с концертом. Иосиф Кобзон вспомнил о своем первом приезде в чувашскую столицу. Об этом на встрече он рассказал Михаилу Игнатьеву. Подробности в следующем материале. Иосиф Кобзон прекрасно помнит свой первый визит в Чебоксары. Выпускник института имени Гнесиных, лауреат престижных конкурсов, приехал в столицу республики еще на заре эстрадной карьеры в 1962 году. Это был его первый гастрольный тур. Тогда народный артист объездил все великие стройки Советского Союза. Признается, что Чебоксары и в то время произвели на него большое впечатление. Сейчас, добавляет Кобзон, город развивается успешно. И это невозможно не заметить. Меня сводили на смотровую площадку, показали мне весь город, показали Волгу. С гордостью рассказывали о городе, что идет строительство. Пригласили на открытие замечательного культурного центра, культурно-спортивного, 3 июня. Так что уже мне нужно фиксировать. То, что здесь происходит, это как раз тот пример, как можно и как нужно любить свое отечество, свою Чувашию, свою Россию. Сейчас, отмечает Иосиф Кобзон, в молодежной среде необходимо популяризировать истинные культурные ценности. Для народного артиста эти вопросы выходят на первый план. В Государственной Думе он уже не первый год возглавляет Комитет по культуре. Если руководство региона уделяет внимание культуре, регион развивается. Даже если у него финансовое положение не самое лучшее. Последнее отрывают и отдают на культуру и на спорт. Потому что мой любимый афоризм, он был морально устойчив, несмотря на то, что физически здоров. Михаил Игнатьев рассказал народному артисту, что для развития этой отрасли Чувашия делает многое. На селе каждый год открываются новые учреждения культуры, поддерживают в республике и художественные коллективы. На 100 человек в среднем строим сейчас новые клубные учреждения. По стоимости они, ну, в пределах максимум 20-25 миллионов рублей. Это для села, чтобы людей отрывать от компьютера, от телевизора домашнего, чтобы люди приходили общаться.
Но все зависит и от того, на каких примерах будет воспитываться молодежь. По-настоящему достойных героев в стране немало. На встрече с главой республики Иосиф Кобзон вспомнил о своем близком друге Андреяне Николаеве. Народный артист был знаком со всеми членами того самого первого отряда космонавтов. И теперь свой каждый концерт он посвящает именно им. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика. Песня «Великой Победы» в исполнении Иосифа Кобзона – такая же неотъемлемая часть культурного наследия, как, например, роман Бондарева «Горячий снег» или фильм «17 мгновений весны», в котором тоже звучит знаменитый баритон чебоксарца. Смогли услышать его вживую. В репертуаре Иосифа Давыдовича сотни самых разных песен, которые старшее поколение любит, а молодежь как минимум знает. А у нас во дворе «Надежда», «Команда молодости нашей». Но именно военная лирика близка и понятна всем в этой стране. Независимо от возраста, пола и национальной принадлежности. Каждая песня – маленькая история большой жизни. Он был солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. А на груди его светилась медаль за гору Будапешт. Первый исполнитель песни «Враги сожгли родную хату» Марк Бернес говорил: «Я пою не голосом, а сердцем». Иосифа Кобзона тоже любят не только за вокальные данные, но и за глубокое уважение к зрителям. 2 часа без антракта. Этот не очень молодой и не очень здоровый человек пел без всякой фонограммы. И каждая песня требовала больших душевных сил. Прощай, прощай, мой ровесник. Песни надо оставить в наследство будущим поколениям, как источник по истории нашей страны, как пособие по патриотическому воспитанию. Чтобы они любили свою землю, свою родину, свою отчизну, своих родителей, своих друзей. И наш подарок, вот картина на память о нашем городе, столице нашей республики. Финальная часть концерта получилась особенно впечатляющей. К Иосифу Кобзону присоединилась симфоническая капелла под управлением Марисы Яклашкина. Гимн Великой Победы прозвучал, как полагается, торжественно и убедительно. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В правительстве России кадровые перестановки. Президент России назначил министром сельского хозяйства губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Николай Федоров покинул пост министра и назначен советником Владимира Путина. В Чебоксарах состоялось открытие мемориальной доски в памяти Михаэля Гендельмани, человеке, благодаря которому большинство населенных пунктов Чуваши имеет работоспособные коммуникации и благоустройство. Дальновидный начальник, эффективный управленец. Так можно сказать про Михаила Гендельмана. Участник Великой Отечественной войны, после ее окончания он нашел себя в жилищно-коммунальном хозяйстве. Заслуженный строитель РСФСР и Чувашской ССР. Михаил Исакович проработал руководителем ТРЭСа «Чувашремстрой» более 40 лет. Идем мы по улице, значит, на этом доме 9 мемориальных досок. А я знаю, что Михаил Исакович жил в этом доме. А как же его нет? Так же не должно быть. Вот с тех пор этот момент закрутился, мы обратились в администрацию города, они разрешили доску поставить, мы это все дело организовали. Мы его уважаем, любим и хотим, чтобы на этом доме была доска мемориальная, чтобы люди, приходящие, проходящие, смотрели, видели, что в этом доме был такой замечательный человек. Чувашремстрой во главе с Михаилом Гендельманом занимался капитальным ремонтом жилищного фонда, строительством, ремонтом дорог, благоустройством территорий и озеленением улиц. У ТРЭСа даже был собственный участок, где выращивались саженцы деревьев и кустарников.
Михаил Исаакович Гендельман отдавал благоустройству города все свое свободное время и энергию. И именно благодаря ему в столице республики появились такие места, как сквер Чапаева, театральная набережная, площадь республики и сквер перед Национальной библиотекой, которые впоследствии стали визитной карточкой нашего города. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. В Чебоксарах прошел гала-концерт 3-го республиканского фестиваля-конкурса «Жемчужинки Чувашии». Свои таланты продемонстрировали не только школьники, но и воспитанники детских садов. Какие перспективы открываются перед победителями конкурса, узнала наша съемочная группа. Фестиваль-конкурс собирает талантливых детей со всех районов республики, ведь он открывает новые возможности. Финалистов уже не раз приглашал советский и российский деятель культуры Юрий Энтин на собственные фестивали. Благодаря этому жемчужинки из Чувашии уже выступали в Португалии, Соединенных Штатах Америки, Греции и Китае. Часто Юрий Энтин доверяет премьеры своих песен жемчужинкам Чувашии. Сейчас закончился огромный там проект, где Юрий Сергеевич перевел 25 песен 25 стран мира, 25 лучших детских песен на русский язык. И, конечно, он доверил их спеть только девочкам и мальчикам, и ансамблям, и с Чувашии. И сегодня мы увозим и с Чувашии записанный диск 25 песен стран и народов мира в исполнении жемчужинок Чувашии на слова Юрия Энтина. Свои безграничные возможности решили показать воспитанники детского коррекционного сада «Надежда». В прошлом году они заняли 2-е место, а в этом вышли на новый уровень. В номинации «Вокал» они лучшие из лучших. На конкурсе была представлена авторская песня, игра на народных инструментах и танцы. Нам было сначала очень тяжело заниматься. Мы думали, что у нас ничего не получится. Да. Потом мы приехали, нам было, мы были в шоке, что мы сюда попали. Да. Мы хотим его увидеть. Да, Юрия Энтина. Не по телевизору, а вот, в реале. Гран-при фестиваля конкурса «Жемчужинки Чувашии» достался участникам из Чебоксарского, Козловского и Канашского районов. Именно они отправятся к легенде детской песни Юрию Энтину. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаметов, Республика. С 22 апреля по 9 мая в Чебоксарах пройдет патриотическая акция «Георгиевская ленточка», которая ежегодно стартует в преддверии Дня Победы во всех городах России. В эти дни сотни волонтеров выйдут на улицы, чтобы вручить гражданам черно-оранжевые ленточки – один из символов Великой Победы. Как сообщили представители администрации столицы Чувашии, традиционными местами вручения ленточек станут площадь республики и крупные остановки общественного транспорта. Ну а 9 мая – Парк Победы и Красная площадь. В этом году в Чебоксарах планируется распространить порядка 50 тысяч ленточек. В торжественной обстановке на Красной площади будет поднято Знамя Победы и дан официальный старт самой масштабной патриотической акции в России. По словам организаторов, георгиевская ленточка – символ, который должен напоминать молодому поколению о наследии прошлого, о страшной войне и цене, которую заплатил народ ради победы. Ежегодно в акции принимают участие множество жителей и гостей Чебоксара. Они с удовольствием прикрепляют ленточку к одежде, отдавая дань памяти и почтения победителям Великой Отечественной войны, отмечают в городской мэрии. Это вся информация к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика» в 20:00. Оставайтесь с нами.